Коллеги, рядом со мной стоит призер, медалист нашей выставки, и хочется пообщаться, конечно, плотнее. Здравствуйте, представляйтесь. Здравствуйте, я представляю Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария». Мы находимся в городе Нижневартовске, приехали на выставку в составе делегации от Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Зовут меня Ирина, я занимаю должность заместителя директора по производству. Мы представлены на выставке широкой линейкой рыбных консервов, которые выпускаем на нашем предприятии. Более 30 наименований. Вся продукция выпускается из сырья, добываемая в местных водоемах. У нас протекает величайшая река Обь. Повторюсь, ассортимент более 30 наименований. Это консервы натуральные, обжаренные в масле, обжаренные в томате, рыборастительные, рыбоовощные, паштеты, икра, печень налима. Не далее, как вчера, наша продукция завоевала золотую медаль на выставке, престижную награду. Это щука, обжаренная в томатном соусе. На выставке мы ищем партнеров, которые могли бы реализовывать свою продукцию. Обмениваемся полезными контактами. Вот, собственно. Да, но самое главное, что наше жюри оценило по достоинству ваш продукт. И, конечно же, потенциальные ваши бизнес-партнеры не заставят себя ждать. Мы пожелаем вам в этом удачи и до встречи в следующем году, надеюсь, и опять с медалью. Спасибо вам большое.